Всем приветики. Когда-то вот раньше были такие старые телевизоры, такие здоровые. И вот они стояли у всех дома. И когда они ломались, приходил мастер, и ты ему показывал эту схему, и он по ней разбирался, что там не так. И вот у меня осталась такая схема от телевизора Рекорд 339. Принципиальная схема телевизора Рекорд 339. Это от него эта схема. И ты вызывал мастера, приходил мастер, брал эту схему и по схеме смотрел, что где. Ну, ты говорил, какая неисправность. И он, послушав то, что ты там сказал, открывал схему и начинал думать, из-за чего эта неисправность может быть, и где в схеме это искать. И потом по схеме по вот такой вот устранял неисправность. А сейчас уже такого нету. Ты просто покупаешь телевизор, он работает. Если он сломался, просто несешь его сразу в мастерскую. Просто сразу в мастерскую. Никаких схем. Вот при покупке телевизора раньше вот вместе с ним шла такая схема. А сейчас при покупке телевизора с ним в комплекте такой схемы точно не идет. Сломалось, просто сдавай по гарантии, да и все. Никаких схем, ничего такого нету. Здесь прям все так подробненько. Правда, я половину не понимаю. Но тем не менее, такая что. Просто суть в том, что мне она уже не нужна. У телевизора уже давно такого нету. А когда-то ж была такая инструкция, пользовались. А на обратной стороне этой же инструкции уже на той стороне принципиальная схема электрическая. А на этой скелетно-монтажная. Я даже названий таких не слышал. Скелетно-монтажная. То есть, получается, показаны ручки, где находятся, контраст, яркость, какие там используются электрические устройства, как все это вот закреплено, где частота, все это вот показано. Видимо, как в корпусе все это собрано. Вот антенны, все это показано. И когда-то это вот такая инструкция реально была цена, типа без нее сложно было разобраться, а с ней типа все понятно. А сейчас таких инструкций уже нету. Но что с этой стороны, вот что здесь такое, типа накручено столько всего, мне ничего не понятно. Блок 1, блок 5, вернее, блок 5, блок 2. Ну и вот она обратно, предыдущая сторона. Я думаю, готов с 80-х эта схема. Лежит. Ну просто мне она уже по сути не нужна. Можно на макулатуру сдавать. Все равно такого телевизора у меня уже нет и не будет. Соответственно, и схема такая не нужна. Это просто, что как такая вот, типа, глянуть, как оно было раньше. Такая вот штука. Ну, а на этом все. Всем покедова.